Почти в 60 крупных городах России превышен эпидемический порог по гриппу, в том числе в Казани, Волгограде, Ростове-на-Дону, а также в Санкт-Петербурге. По данным специалистов, ежедневно в северной столице заболевают 11-12 тысяч человек, подавляющее большинство из них – дети. В общем же, в Северо-Западном федеральном округе число инфицированных за неделю возросло на 200%. Медики напоминают, в этом году особенно распространена тяжелая форма гриппа. Она чревата резкими осложнениями. Есть летальные случаи. Все среди людей, которые не сделали прививку или поздно обратились к врачам. В этой ситуации поликлиники и больницы переходят на усиленный режим работы, уходят на карантин школы. В частности, с понедельника внеплановые каникулы начинаются в Тамбове. По домам уже сидят ученики Якутска и Смоленска, а также некоторых школ Волгограда и Нижнего Новгорода. В ряде регионов отменяют массовые мероприятия. В Москве ситуация в целом пока стабильная, эпидпорог превышен только среди дошкольников.